Раньше там я думал, что в ноги бейсболчок, ну и многие так думают, что это как баскетбольный, бейсбольный мячик ты проглотил как будто, и а не артерии душ. Как правильно-то? Сегодня посмотрим удушающий и защиту от него. Сегодня будет удушка с разных позиций у нас, со всех сторон, процентов 80 акцент на нее. Остальные 20 – это защита. Сложно людям учить лапел бейсбол чук, если они спрашивают, что такое лапел. Сложно учить бейсбол из хафгарда, если люди не знают, что такое хафгард. Очень плотные программы будут у нас. Чё? Для меня любой вопрос не является коварным. Я готов к любым вопросам. Любой самый непростой вопрос. Уверен? А вот уже не совсем. Чей Карабах? Армен. Не, только что ты сказал, что ты готов ко всем вопросам. Я не проснулась. Вот Чехов, например, он сегодня получил черный пояс, а у него член на 2 сантиметра увеличился. А у тебя что? Грудь, слушай, может, на 2 размера. Если у меня увеличится кое-что на 2 сантиметра, это же бонус, его будет легче найти. Ждем, надеемся и верим. Но это может быть только с черным просто. Пока еще я не чувствую. Пока на 1 сантиметр. Пока припухлость. Припухлость.